Всем привет! Вы на канале GameDot, и это игрушка Танзи Панда Герой. И в этом видео я хочу вам показать своего нового героя. Хелгур! Обалденно крутой красный демон. Смотрите на его. С двумя катанами. Это же самый крутенный герой по своему внешнему виду. Что может быть круче, чем играть за демона? Я как сменил героя и все время в игре занимаюсь только одним. Прокачкой данного героя. Я его сменил примерно 5 дней назад и все еще не могу его одеть. Он у меня голый. Я хочу его одеть у маговский танковский сет. С этого сета у меня только оружие. Вот посох такой. Вот потому сейчас и видео про Танзи Панда герои не выходят, потому что нечего снимать, потому что герой у меня что, голый? Конечно же вы скажете, а зачем ты поменял героя? Теперь у тебя так мощи мало. Ты раз поменял, тебя мощи мало стало, еще раз поменял, тебя мощи мало стало. Так вот, за мощой я вообще не гонюсь. На такой показатель, как моща, я даже не обращаю внимания. Я хочу, чтобы игра приносила мне удовольствие. Если бы я все время играл бы одним героем, я думаю, у меня было бы сейчас, наверное, в 2 раза больше мощи, чем сейчас у меня есть. Но играя одним героем все время, я от этого не получаю удовольствия. Потому мне нравится менять героев, тестировать героев. И комментарии по типу «У тебя мало мощи?» можете не писать, не осрать на мощу. В данный момент я хочу побыстрее одеть этого героя в полный сет и пойти на арену. Потому что пока он голый, на арену не пойдешь. Я там никого не убью, меня убивают быстро, так само на битву престолов не пойдешь. Единственное место, куда я сейчас пойду потестирую героя, хай даже он и голый, это на порталы. Так, порталы. 10-я зона, первый портал. Здесь ни разу я не был, посмотрим на босса. Босс, вот такой шаман. Попытаемся его убить. Погнали, тудух! For higher ground, can't see in front of me. My enemies have tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. Итак, дошли мы до босса. Конечно же, не очень легко было до его дойти. Но все же мы дошли до его. Надеюсь, мы его убьем. А может и не убьем. Но пока не сбьем. Обидно, что у меня только пол хп. Так, я превратился уже в демона. Под демоном хорошо я луплюсь. Я босса убью не за счет того, что я крутой герой. А потому что у меня вторичные герои лучше меня одетые. Там полные сеты, хорошие руны стоят. А у меня шмот плохой. Да, 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 да. Мы этого шамана сейчас добьем. Мне так прикольно, когда он превращается в демона, это вообще круто просто. Конечно, не очень легко, но пронесли. О, еще и 2 звезды дали. Ну, понятное дело, герой голый, ДПСа мало, долго убивал мобов и потому в 3 минуты не вложился. Давайте еще один портал попробуем в 10-й локации. Здесь босс убийца с 2 кинжалами. По идее, босс опасный. Ладно, погнали. I can fly.
crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. Итак, вот дошли мы до босса. Сейчас попытаемся его убить. Так, скилл. Как круто, когда он превращается в демона. Это же обалденно просто. Гаси, гаси босса. Он когда демон, прикольно атакует. И катанами своими он тоже обалденно гасит. Опять в демона превратился. Красота какая. Поскорее бы его одеть. Хочу уже в PvP испытать его. Эх. 3 звезды не получу, потому что я не вложился во время. Ну ничего, ничего. Придет мое время. Оденусь. И всем будет жопа. Да, наверное, получу я 1 или 2 звездочки. И почему-то пропал интернет. О, заработал. Да, не вложился во время. Но ничего, как оденусь, я им покажу. Следующий видосик по Танзи Панда Герои будет уже, когда я получше одену этого героя. Когда я ему одену полный сет или частичный сет, маговский, танковский. Вот тогда и будет следующий ролик. А на этом все. Кому видосик понравился, ставим лайки. Всем спасибо за внимание. Всем пока.